Спасибо, братья. Прежде чем мы сядем, друзья, я хотел бы, представить нашего драгоценного человека Божия и того человека, который привел его сюда, пригласил. Я встретил этих людей несколько лет назад в Санкт-Петербурге. И я почувствовал, как Дух Святой говорил через них в жизнь тех людей, которые были в этом зале. Потом мы с ними познакомились. Я хотел бы поблагодарить пастора Mission Church в Санкт-Петербурге, драгоценного нашего друга, друга Российской Церкви. Теперь моего друга. Он сказал, он говорит по-английски, we are brother just from another mother. But it's the same father, right? Поэтому мы, он говорит, мы братья от одного отца, только от разных матерей. Хороший человек Божий. Виттенхау, спасибо тебе большое. Виттенхау, ты со мной разговариваешь сейчас. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за то, что ты являешься частью Российской Церкви. Спасибо тебе за то, что ты являешься частью этой конференции. И что ты привел таких помазанных служителей Божьих, твоего друга, апостола с Индонезии, который населяет, насаждает множество, тысячи церквей по всему миру. И поэтому я хочу, чтобы мы поприветствовали эту драгоценную часть мира, Азию, и в лице ее апостола, служителя, пастора Джимми Онтарио. Пожалуйста, приди, Джимми Онтарио, и служи Церкви Христовой. Thank you very much. You may be seated. Большое вам спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. It is my honor and pleasure to be here with you all. Для меня огромная радость и привилегия быть вместе с вами здесь. I just want to thank you for Bishop Edward who invited me here. Благодарю епископа Эдуарда за то, что он меня пригласил. And it's always my joy to speak with a fellow pastor all over the world. И для меня всегда огромная радость общаться с пасторами, близкими мне людьми по всему миру. And also thank you for my beloved brother, Bishop Wee. Я также очень благодарен Богу за моего замечательного брата, епископа Ви Тёнхао. Ездит в Россию чаще, чем в любую другую страну в этом мире. And he come here with his wife and his daughter. Он приехал сегодня вместе со своей супругой и дочерью. Actually, he's supposed to share a little bit of why he loves Russia. И на самом деле он должен немножко поделиться, почему он любит Россию. Pastor Wee, you want to share a little bit and introduce your family? Pastor Wee, right? Пожалуйста, представьте свою семью. Можно, okay? Да? Он немножечко поделится словом. It's 5 minutes short. I know if I need to take the mic, he will preach 15 minutes. 5 минут вам даю. Слава Богу. Слава Богу. All of you are my brothers and sisters from another mother. Вы все мои братья и сестры от другой мамы. We have the same heavenly Father. И у нас один с вами небесный Отец. Let me ask you, who is your mother's daughter? Я хочу спросить, кто является дочерью твоей матери? Who is your father's son? И сыном твоего отца? You confuse them and then you preach to them. Сначала людей нужно запутать, а потом можно проповедовать. Who is your heavenly Father? Можно спросить, кто твой настоящий небесный отец? If they're not Christian, they get confused. You tell them, God is our heavenly Father. И если этот человек не является христианином, тогда он тут же запутается, он не знает, как реагировать. И ты говоришь, Бог твой небесный отец, он тебя сотворил. And we Christians, we are the happiest people in the world. И мы христиане самые счастливые люди в этом мире. Hallelujah. Hallelujah. We have no reason to be unhappy. У нас нет никакой причины, чтобы быть несчастными. Because Jesus is alive. Потому что Христос жив. And Россия будет спасена. Аминь. Okay, this trip, my wife, my commander-in-chief gave me permission to come, Juliet, and my daughter, my princess, Joy. И вместе со мной моя жена Джульет и моя дочка, моя принцесса Joy. And my elder Stephen, he's a Marco Polo. You know, have you seen Genghis Khan? Can you face him? Have you seen Genghis Khan? Genghis what? Genghis Khan. Have you seen his face look like the descendants of Genghis Khan? Он является старейшиной моей церкви и еще очень похож на одного из героев какого-то известного фильма. If you don't believe, you go to Mongolia. Если не верите, можете поехать в Монголию посмотреть на людей там. I got a business friend from Malaysia. Также со мной есть один бизнесмен из Малайзии. Kong Seng and the wife.
с супругой. Элис. Элис. This brother is a businessman. Этот брат является бизнесменом. I was his teacher. Я был когда-то его учителем. I said, when you become successful, don't forget me. Я сказал, когда станешь успешным, меня не забудь. But he forgot me when he became famous. Но как только стал известным, он меня забыл. So I met him this only 2 months ago. I said, you must come to Russia. И я его 2 месяца назад встретил, сказал, ты просто обязан ехать со мной в Россию. You must come to help the pastors of Russia. Ты должен встретиться с пасторами в России. You must come to help the church in Russia. Чтобы увидеть церкви в России. But my brother Jimmy, Apostle Jimmy. И мой брат Джимми, апостол Джимми. He's planted 2,000-3,000 churches worldwide. Он уже 3,000 церквей по всему миру открыл. He come from the great nation of Indonesia. Он сам родом из Индонезии, великой нации. Hallelujah. Hallelujah. And Indonesia, the biggest Muslim nation in the world. Индонезия является самой большой мусульманской страной в мире. But there are 50 million Christians. Но в этой стране 50 миллионов христиан. Hallelujah. Hallelujah. But Indonesia can be saved. Индонезия может быть спасена. So Russia pray for Indonesia. Поэтому Россия, молитесь за Индонезию. Indonesia pray for Russia. А Индонезия должна молиться за Россию. But Indonesia is part of Singapore, Singapura. Ну, как говорится, Индонезия — это часть Сингапура. Because all the rich people put their money in Singapore. Потому что все люди в Индонезии вкладывают свои деньги в Сингапур. Hallelujah. My grandmother was Indonesian. Моя бабушка была из Индонезии. My father was Malaysian. Мой отец был из Малайзии. But I'm a child of the kingdom. Hallelujah. Но я дитя Божьего царства. Hallelujah. God bless you. Да благословит вас Господь. I was saved when I was 17 years old. Я получил спасение, когда мне было 17 лет. Involved so much in drug. И я до этого принимал и наркотики. В жизни своей ощущал пустоту. I went to church almost every Sunday. Ходил в церковь практически каждое воскресенье. Because my parents are the elders of the church. Потому что мои родители были старейшинами But церкви. There's nothing going on in the church that day. Но в церкви ничего такого не происходило. And then I involved in so many, satanic worshiper. И я в результате стал принимать участие и в поклонении сатанинских поклонений. Involved in so much on witchcraft, white magic, black magic. Принимал участие в различных культовых действиях, белая магия, черная магия. Eastern religion, meditations. Медитация, различные восточные верования. But one day there's a pastor come to our house. Но однажды в наш дом приехал пастор. And then we prayed together. Мы вместе помолились. And then he saw a vision. И он увидел видение. In my room. В моей комнате. He described three faces. Он увидел и описал три лица. Of my Eastern religion teacher. Это были учителя восточных религий, And которыми then he showed me just like playing a movie. И он сказал, что это было как в кино. For almost 2 hours, he showed everything what I did. И в течение 2 часов этот человек мне рассказывал обо всем, чем And я занимаюсь. He looked at me. Затем он на меня внимательно посмотрел. Jimmy, there is so much power in Jesus' name. И сказал: Джимми, столько силы есть в имени Иисуса Христа. If you meet him or if he meets you, you will experience such a power that you ever dream of. Если ты встретишься с ним или он встретит тебя, ты переживешь такую силу, о которой даже никогда не мечтал. To make a story short, I gave my life that day. И чтобы сделать историю короче, в тот день я отдал свою жизнь. The pastor prayed for me almost 5 hours. Иисусу Христу, и пастор молился за меня почти 5 часов. And then he filled me with the Holy Spirit. Он помолился о наполнении Святым Духом. I came from Presbyterian church. Я вырос в пресвитерианской церкви. Very quiet, very decent. Everything has to be in order. Очень тихая, очень спокойная церковь, в которой всегда должно быть все по своему порядку. But when I was filled with the Holy Spirit, но когда я исполнился Святым Духом, something inside of my heart changed. Что-то внутри сердца моего изменилось. I was in fire for Jesus Christ. Я загорелся для Иисуса Христа. I went back to my church. Я вернулся в свою церковь. The elders wouldn't believe that Jimmy Untaro gets saved. Старейшины поверить не могли, что Джимми Антеро получил спасение. I went to my school. Я пошел в свою школу. My principal don't believe that Jimmy Untaro was saved. Директор моей школы тоже не поверил, что я покаялся и получил спасение. And then I went to America. Затем я уехал в Америку.
to get the American dream. Для того, чтобы осуществить американскую мечту. Study business. Изучать бизнес. But there's a fire of the Holy Spirit within my life. Но в моей жизни был этот огонь Святого Духа. I went to the campus after campus. Я жил вместе со студентами. Sharing the love of Jesus Christ. И делился всегда с ними любовью и жизнью Иисуса Христа. When I was 19 years old. И когда мне было 19 лет. The Lord spoke to me. Господь проговорил ко мне. I want you to bring revival from Indonesia back to America. И сказал: "Я хочу, чтобы ты принёс пробуждение из Индонезии обратно в Америку". Among Indonesian students in America who live and study in America. Чтобы ты принёс это пробуждение среди индонезийских студентов, которые живут и учатся в Америке. Early 80s there's an outpouring of the Holy Spirit in major campus in America where a lot of Indonesian students went there. И произошло просто излияние Святого Духа на этих индонезийских студентов, которые учились тогда в Америке. Most pastors from Indonesia wouldn't believe it. Многие пасторы в Индонезии просто не поверили в происходящее. Because we are just a bunch of young college student. Потому что мы были просто группой небольшой индонезийских обычных студентов. Who love Jesus Christ. Которые любили Иисуса Христа. And we just love the word of the Lord. И мы любили Божье слово. Everybody said, "Jimmy, it's impossible to start a church among young people." И все говорили, невозможно, чтобы Джимми начал церковь среди молодежи. Young people don't have money. У молодежи нет денег. A college student mobile after they finish school, they will go back. И те студенты, которые там учатся, закончат они университет, они уедут обратно Most домой. Most preacher from my country said impossible. Большая часть проповедников из моей страны сказала, это But невозможно. But thank God, whatever impossible for man is possible by God. Но слава Богу, что то, что невозможно человеку, возможно Богу. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit worked mightily among young students in America, Indonesian students. И Дух Божий сильно действовал среди студентов индонезийцев в Америке. And then some of us graduated and then went back to Indonesia. Затем многие из нас закончили учебу и вернулись в Индонезию. In the early 90s, God told me, Jimmy, you must go back to your own country. В начале 90-х Бог проговорил ко мне и сказал, Джимми, тебе необходимо вернуться в свою страну. I said, God, I love America. Everything is settled. You know, I have a business, I have a church. You know, everything I got, everything I want, I have it. И я сказал, Господи, как же так? Мне так нравится Америка, здесь все так устроено, у меня есть церковь, у меня есть бизнес, у меня все есть, мне это нравится. But God said, sold everything, and I want you to fly and move back to your own country. И Бог сказал, продай все, оставь все и возвращайся в свою страну. We sold everything. Мы все продали. I shared to my wife. Я поделился тем, что мне Бог сказал со своим сердцем, с моей супругой. Я сказал, что нам необходимо вернуться в Индонезию. My wife was crying. Моя жена плакала. It took her for one year to say yes. Целый год ушел на то, чтобы она согласилась. And then we all of us went back to Indonesia. И затем мы все собрали и поехали в Индонезию. Indonesia is the largest Muslim country in the world. Индонезия это самая большая мусульманская страна в мире. 250 million people. 250 тысяч. The fourth largest population in the world. The fourth largest nation in the world. Четвертая самая крупная страна в этом мире. But God is shaking our nation in the last 20 years mightily. Но Господь просто потрясает нашу страну в течение последних 20 лет. So when I went back to Indonesia, когда я вернулся в Индонезию, we start a small gathering. Мы начали небольшое собрание. Just a bunch of young people. Опять же была небольшая группа молодых людей. 15 or 20 people. Может быть 15-20 человек. And the Lord just causing the church to grow mightily. И Бог позволил этой церкви сильно вырасти. From 15-20 to 100. От 15-20 человек до сотен и тысяч людей. And the Lord said, Jimmy, и Бог сказал, Джимми, from Indonesia, из Индонезии, I want you to bring a good news to the end of the world. Я хочу, чтобы ты принес благую весть до конца этого мира. I said, Lord, I am Indonesian. И я сказал, Господи, я индонезиец. From one of the poorest country in the world. Это одна из беднейших стран в этом мире. Nobody knows Indonesia. Никто не знает, что такое Индонезия. Even Singaporean people want to take over Indonesia. Даже Сингапур хотят Индонезию себе присвоить. Никто не знает, где вообще Индонезия находится. Кто-нибудь из вас был когда-нибудь в Индонезии? Дайте мне увидеть ваши руки. Wow, just bless your heart. It's only two people that really love the Lord. Hallelujah. Которые действительно любят Господа. Да благословит вас Бог. But hopefully after my session you all will visit my country. Возможно, после моего служения вы все посетите мою страну. The most difficult to bring and to preach the gospel.
Это страна, в которой труднее всего проповедовать Евангелие. And yet with God all things are possible. Однако с Богом все возможно. And then the Lord spoke to us clearly. И затем Господь четко и ясно проговорил God, нам. I'm Indonesian. И сказал, я говорил, Господи, я из Индонезии. I don't speak English at all. Я не говорю по-английски. I hate to learn the grammar and all of the English language. Ненавижу изучать грамматику и вообще английский язык учить не хочу. But the Lord said, I want you to use your money, Indonesian rupiah, to bless other nations. А Бог сказал, нет, я хочу, чтобы ты использовал те средства, которые у тебя есть, и то, что у тебя есть, чтобы благословить этот мир. Now we are planning in almost more than 50 nations with 3,000 plus churches all over the world. В настоящий момент мы уже открыли церкви в 15 различных странах, более 3000 церквей. Come on, give the Lord big applause. Давайте мы воздадим Богу всю славу за это. And I sense that the Lord will use the Russian churches. И я верю, что и чувствую, что Бог будет использовать русские церкви. Since last night, I felt that something's happening during this conference. Вчера вечером я почувствовал, что что-то происходит во время этой конференции. I sat with the bishop the other morning. Утром я общался с епископами. And he shared the heart to plant 10,000 churches. И ваш начальствующий епископ поделился тем, что он желает посадить 10 тысяч церквей. Я сказал. By the years of 2015, you will have 10,000 churches. И я сказал, епископ, к 15-му году у вас будет 10 тысяч церквей. Next year in our church we will plant 3,000 churches just the next year alone. Только в следующем году мы, церковь, откроем 3000 церквей. I sense that this is the time for Russian churches to be used by God. Я верю, что пришло время российским церквям быть использованными Богом. Not just planting churches in the whole nation, but planting churches all over the world as well. И открывать церкви не только в России, но и по всему миру. Hallelujah. Hallelujah. God will use every one of you. Бог будет использовать каждого из вас. It doesn't matter whether you have resources or not. И не важно, есть у тебя средства или нет. It doesn't matter whether you speak English or not. И не важно, говоришь ты по-английски или нет. I remember there's a missionary. Я помню одного миссионера, who wanted to go all over the world. Который хотел объехать весь мир. And then he applied to one of the mission agents. И он обратился в одну из миссионерских организаций. I mean, he is Indonesian from a village. Он был обычным индонезийцем из какой-то деревушки. So he applied to the mission agents. Обратился, значит, в миссионерскую организацию. And then the guy was being interviewed. И его пригласили на собеседование. And then the guy said, the agent said, do you speak English? И человек из миссионерской организации его спрашивает, вы по-английски говорите? He said, a little, sir. Он говорит, совсем чуть-чуть, сэр. And then he gave him the application to fill out. И затем ему дали заявление для заполнения. So the Indonesian village boy wanted to go to all over the world. И он заполнил эту форму и написал, что хочу объехать весь мир. So he read the application. Человек в миссионерской организации посмотрел на это заявление. Name. И говорит имя. Абдулла. Абдулла. Address. Адрес. Липо village. Какая-то деревня. Липо. Village from village. Да, деревня. Деревня Липо. Age. Возраст. 25. 25. Sex. Пол. He forgot. Забыл. He doesn't know what it means. Не знал, что такое пол, что значит написать, что нужно понаписать. Sex. Итак, пол. He remembered the pastor say about sex to him. Он на английском языке слово пол звучит как секс. And then he wrote it down. Он что-то записал. Never. Никогда написал. Not already done it, but never. Не то, что уже был, никогда не было. Listen, God wants to use every one of you. Вы знаете, Бог хочет использовать каждого из вас. Okay, let's open your Bible, Matthew chapter 16. Давайте откроем Матфея 6 главу. First 13 to 19. С 13 по 19 стихи. Да. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Who do men say that I am?
Что говорят люди, кто я? I mean, Jesus asking his disciples, Иисус спрашивает своих учеников. Guys, check it out, what the people say about me. Говорит, ребята, что люди обо мне And говорят? They say, Sir, some say that you are John the Baptist. И они говорят, ну, кто-то говорит, что ты Иоанн Креститель. Some say you are Elijah. Кто-то говорит, что ты Илия. Jeremiah. Или Иеремия. One of the prophets. Один из пророков. And then he looked to his own disciple. И затем Иисус смотрит на своих учеников. Who do you say that I am? И спрашивает, а вы за кого почитаете меня? Who do you say that I am? Кем вы меня считаете? The question is very important. Вопрос очень важный. And the most, even the answer even better. Whatever he asks you, whether you know the answer or not. И на самом деле сам вопрос является важнее, чем ответ, знаешь ты на него ответ или нет. Answering Jesus' question will bring us to a different level in our ministry. Но на самом деле ответ на этот вопрос поднимет нас на новый уровень нашего служения. And then he said, Sir. И он сказал. Simon Peter said, You are the Christ. Петр сказал, Ты Христос. The Son of the Living God. Сын Бога живого. And then Jesus answered him. И тогда Иисус ответил ему. Simon Bar-Jonah. Блажен ты, Симон. Flesh and blood has not revealed this to you. Потому что не кровь и плоть открыли тебе это. But my Father, Но мой who отец, is in heaven, сущий на небесах. How high you fly is determined by how you know and see Christ. Высота твоего полета определяется твоим знанием, пониманием Христа. And then Jesus said. Затем Иисус сказал. The Father who has revealed this to you, Simon. Отец, который открыл тебе это, Петр. You know that word reveal mean? Вы знаете, это слово «открыл» in verse 17, означает, это в 17 стихе. The Greek word mean apokalypto. Это греческое слово «апокалипто». I want everybody to say apokalypto. Я хочу, чтобы все сказали вместе «апокалипто». Again, let's say it together. One, two, three. Давайте вместе. Раз, два, три. Апокалипто. Apocalypto is not avocado, apocalypto. Это не авокадо, а апокалипто. So apocalypto is very important. Итак, это слово апокалипто является очень важным. The Bible said the word apocalypto is mean dream. Апокалипто означает мечтать. A vision. Значит что-то видеть. A messenger. Значит, что есть послание. You cannot build the church without God's revelation. Ты не можешь построить церковь Божью без откровения. You cannot build the church based on your certificate of your graduation. Ты не можешь построить и основать церковь на просто основании своего образования. You cannot build the church based on the conference after conference. Ты не можешь созидать церковь на конференциях. You need God's revelation for your life. Тебе необходимо Божье откровение для твоей жизни. You need God's apocalypto. Тебе нужно Божье апокалипто. You need God's dream in our life, in our ministry. Тебе нужна Божья мечта в служении и в жизни. So God wants to give His dream to all of us here in this conference. И Бог желает дать свою мечту каждому из нас здесь на этой конференции. So my friend, what you need is just enjoy yourself and sleep a little bit more. И поэтому не просто вы проведите хорошее время. So that God can give you a good dream. Но найдите время поспать подольше, чтобы Бог дал хорошую мечту или хороший сон. A pastor never achieved more than his dreams. Пастор не может добиться большего, чем то, о чем мечтает. Dream is very important. Мечта является очень важной. Apocalypto. Апокалипто. Martin Luther King said, I have a dream. Мартин Лютер Кинг сказал, у меня есть мечта. Come on, everybody said, I have a dream. Давайте мы скажем, у меня есть мечта. I remember there's a song I forgot who sang this, you know, I have a dream. Есть такая песня, не помню, кто поет ее, вот такая песня, кто не помнит? A song to sing. Есть песня, чтобы петь, есть мечта, чтобы мечтать. How many of you know this song? It's my generation, I forgot. Может быть, кто-то знает эту песню, кто-то слышал, я забыл, как называется группа. I love that song. Мне очень нравится эта песня. Every year I play my own soundtrack, I have a dream. Я регулярно просто слушаю и пою эту песню сам себе. A song to sing. У меня есть мечта и есть песня, которую Listen, я могу петь. Friend, Послушайте, друзья. God's want to give you his apocalypto. Бог желает дать тебе свое апокалипто. His dream. Дать свою мечту. Dream is free. Мечту в свободе. You don't have to pay a thing to have a dream. На самом деле не нужно ничего платить, чтобы у тебя появилась мечта. But you pay a lot of money if you don't have one. Но если у тебя нет мечты, тогда ты многое заплатишь. Dream is the language of the Holy Spirit. Мечта — это язык Духа Святого. Dream is very important.
Мечта является очень важной. Somebody said. Кто-нибудь скажите. Tell me your dream. Расскажите мне свою мечту. I will tell you your future. И если ты скажешь мне о своей мечте, я смогу сказать о твоем будущем. Назови мне свою мечту. I will tell you your future. И я скажу, что тебя ждет в будущем. Everybody said, I have a dream. Скажите все, у меня есть мечта. A song to sing. Есть песни, чтобы петь. I have a dream. Есть Come мечта. On. Давайте. Есть мечта, кто умеет петь. A song to sing. И песни, чтобы петь. You sing it with me, Sovra. I can't sing. You cannot sing? You need a miracle? Но есть чудо. Говорят, если петь не умеешь, надо чудо. We all can just sing and shout it unto the Lord. Мы же все можем петь и восклицать пред Господом. Listen, dream is very important. Мечта является очень важной. People who has a dream, they walk differently. Люди с мечтой живут по-другому и мыслят по-другому. People who has a dream, they talk differently. Люди с мечтой говорят по-другому. People who has a dream, they eat differently. Люди с мечтой едят по-другому. People who has a dream, they dress differently. Люди с мечтой одеваются по-другому. I mean, dreams make your life so much different, friends. На самом деле, мечта сильно изменяет твою жизнь. The Bible says, young man will see vision, your old man will dream dreams. Библия говорит, юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. I remember when I was in college, Bible school. Я помню, когда я учился в колледже, это была библейская школа. The student make a guess. You know, we kind of know what kind of teacher, where they coming from, just the way they comb their hair. Вы знаете, иногда студенты считают, что они знают, откуда приехал преподаватель, если можно посмотреть просто на его прическу, как он причесывается. I mean, this teacher is from Presbyterian. Вот смотришь на преподавателя библейской школы и думаешь, ага, он из Пресвитерианин. А этот вот баптист. Just the way they comb their hair. Просто потому, что он причесывается определенным образом. Oh, this guy is evangelical, charismatic. А вот это вот человека можно даже оскорбительно назвать харизматом. Their hair never organized, you know? Потому что волосы совершенно не организованы на голове. Oh, this guy is charismatic and half automatic, and this guy is Christian supermatic. Вот этот парень может быть наполовину харизмат, наполовину еще кто-то супердуховный. Просто посмотришь на прическу, и все понятно. So dream is very important. Поэтому мечта является очень важной. We cannot lead only by information or motivation or method or in even empowerment. We need to lead with revelation. Мы не можем вести за собой на основании информации, мотивации, методов и полномочий. Нам необходимо откровение. So revelation is very important. Откровение является важным. Living in a revelation is a journey from comfortable and safe place to a necessary and a good place for you. И откровение это всегда жизнь, путь от безопасности и комфорта к тому, что для тебя действительно нужно и важно. A famine becomes prosperous time in Egypt because someone is living in revelation. Время голода становится временем процветания в Египте, потому что кто-то живет по откровению. Listen, leaders who are not led by revelation are led by other people's ideas. Вы знаете, лидеры, которые не ведомы своим откровением, они ведомы идеями других людей. Revelation gives identity to you and your ministry. Именно откровение отличает тебя и твое служение, определяет тебя и твое служение. Revelation can change your ministry. Откровение может изменить твое служение. Revelation can change your journey. Откровение может изменить твой путь. Revelation can change from loose into Bethel. Именно откровение может изменить и сделать Луз Вифилем. Revelation can change your city. Откровение способно изменить твой город. That's why I said my church is my city is my church. Поэтому я говорю, что церковь это мой город, и город это моя церковь. The church is my city and the city is my church. Церковь это мой город, и город это моя церковь. Come on, everybody say 1, 2, 3. Давайте вместе скажем. The church is my city, the city is my church. Церковь это мой город. Город это моя церковь. Again, come on, say it again. 1, 2, 3. Еще раз. Раз, два, три. Церковь — это мой город. Город — это моя церковь. It's a revelation that changes your destiny. Именно откровение меняет твою судьбу. Remember Jacob? Помните Иакова? He ran away from his father's house. Он сбежал из дома своего отца. He just cheated his own father. Он обманул собственного отца. And then Jacob ran away. И затем сбежал.
And then he came to the city named Luz. И затем пришел в город под названием Луз. Remember that story? Помните эту историю? And then he fell asleep. И затем уснул. On the dock of black stone. Уснул на каком-то черном камне. And then he was sleeping. И когда спал. And then the Bible said. И Библия говорит нам. He saw a ladder and the angels. Coming down and up. Во сне он увидел вот эту лестницу, которая сходила с неба и по которой поднимались и спускались ангелы. Remember that story? Помните эту историю? He was there. Он был там. And then God showed up to him. И затем Бог просто явился ему. And he gave him a fresh dream. И дал ему сон, дал ему мечту. A dreams of the his future. Он дал ему мечту о будущем. I mean, I thought God. You're supposed to condemn and judge him. Но как так же, Боже, ты должен его осудить, he cheated обвинить. His father. Он обманул своего отца. In spite God gave him a fresh dream. А вместо этого Бог ему дает видение. He did not remind him of his past. Он как будто бы не напоминает ему о его прошлом. He gave a dream of the future. Но дает ему мечту на будущее, видение God будущего. Gave him a fresh dream. Бог ему сначала дает He мечту, did not сон. Condemns what он, Jacob just did. Он не осуждает то, что Яков только что сделал. The church is full of condemnation. Знаете, что церковь бывает полна осуждения? The church is full of history. И полна какими-то историческими событиями. The church is full of the past. Церковь хранит что-то из прошлого. But the church is lack of the future. Но церковь должна смотреть в будущее. The church is lack of God's dream in this hour. Должна мечтать о будущем, видеть, обладать Божьей мечтой. Jacob, wake up. Иаков просыпается. And then said, this is an awesome place. И говорит, это невероятное место. He said, God, you are awesome. И он говорит, Бог, ты велик. He said, you are awesome in this place. Ты велик Mighty на этом месте, поет Иаков. Ты всемогущий Бог. You are awesome in this place. Ты велик на этом месте. He was so shocked. Он был настолько шокирован происходящим. This is an awesome place. Это удивительное место. The city was Luz. Город назывался Луз. The city means so hard. То есть so hard. Hard, difficult. Это что означало трудности? Луз. Луз. Painful. Боль. Persecution. Гонение. Challenge. Вызов. Threatening. И просто страх. Intimidation by the enemy. Унижение и запугивание со стороны врага. Luz is full of darkness. Луз был заполнен этой тьмой. And the Bible said, и Библия говорит нам, when he got God's dream, когда он увидел этот Божий сон, he brought that stone. Он поставил этот камень, на котором спал. And the Bible said, и Библия нам говорит, he changed that name Luz into Bethel. Он поменял место того, название того места с Луза на Вифиль. Bethel means the house of God. Потому что Вифиль означал дом Божий. The bread of life. Это значит хлеб жизни. My city. Мой город. Is my church. Это моя церковь. My church. Моя церковь. Is my city. Это мой город. My city. Мой город. Is my church. Это моя церковь. My church. И моя церковь. Is my city. Это мой город. What we need is God's revelation. Все, что нам нужно, это Божье откровение. What you need is God's apocalypto for your city. Нам нужно Божье апокалипто для твоего города. What is God's apocalypto for your city and for your nation? Что является Божьим откровением, апокалипто для твоего города, для твоей страны. God want to make your dreams come true. Бог желает исполнить твои мечты. Listen, tough times require new dreams. Вы знаете, сложные времена требуют новых мечт. Dream always shape ministry. Новых откровений. И мечта всегда формирует служение. Dreamers find new way to accomplish ministry. И те люди, которые мечтают, они находят новые пути осуществления своего Dream служения. Dream never achieved without someone sacrifice. Мечта никогда не осуществляется, если нет жертвы. Today, my brother and sister, сегодня, мои братья и сестры, what is your dream? В чем заключается твоя мечта? You want to build a church? Ты пожелаешь построить церковь? You want to plant a church? Ты хочешь построить церковь? What is your dream? В чем твоя мечта? What is your soundtrack? В чем, что играет в твоей голове? Какая what пластинка? Song do you play? Какая песня все время звучит в твоей голове? What dress you wear? Во что ты одеваешься? People who has a dream, люди, там, где есть мечта, they walk differently.
Тогда люди ходят по-другому. People who has a dream, люди, у которых есть мечта, they talk differently. Они говорят по-другому. People who has a dream, люди с мечтой, they smile differently. Улыбаются по-другому. People who has a dream, люди, у которых есть мечта, has the future. У них есть будущее. Listen. Послушайте. It doesn't matter your past look like. Не важно, как выглядит твое прошлое. It doesn't matter how bad your past. Не важно, насколько плохим является твое прошлое. But your future is spotless with Jesus Christ. Твое будущее определяется Христом. The dream. Мечта. The dream. Мечта. C.S. Lewis say, for broken dreams, the cure is dream again. Льюис однажды сказал, что новая мечта — это исцеление для разбитой мечты. For broken dreams, the cure is dream again. Для разбитой мечты исцелением является новая мечта. What is your dream? В чем твоя мечта? I have a dream. У меня есть мечта. The song to sing. Есть песня, чтобы петь. What is your dream? В чем твоя мечта? Tell your friend, what is your dream? Дорогой мой друг, в чем твоя мечта? Tell your friend, your left and your right. Спросите своего соседа, в чем твоя мечта? Ask him, what is your dream? В чем твоя мечта? What is your dream? В чем твоя мечта? What is your dream? В чем твоя мечта? How many of you have God's dream for your ministry, for your life? У кого из вас есть мечта на служение, на свою жизнь? Listen, I want to pray for you before I continue my session. Я хочу помолиться за вас, прежде чем продолжу свое слово. Amos chapter 3, verse 7. Амос 3, глава 7 стих. Surely the Lord God will do nothing, but he reveal his secret unto his servants, the prophets. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. God wants to give his dream to you. Бог желает дать тебе свою мечту. My ministry changed because God gave me a dream during the difficulty of my nation. Мое служение изменилось, потому что Бог дал мне мечту в сложных обстоятельствах моей страны. 1998, there's a big political problem, economic crisis in my country. В 98 году в нашей стране был экономический кризис, были политические трудности. I live in Jakarta, the capital of city, with almost 15 million people. Я живу в Джакарте, в столице Индонезии, и еще 15 миллионов людей со мной. There's a one day the so many buildings were burned. И в один день очень многие здания сгорели. There's a chaotic in the city. В городе был просто хаос. Everybody cannot go out the city from their own home. Никто не мог выйти из дома. I was in the office. Я был в офисе. I cannot forget May 1998. Я никогда не забуду май 98 года. My wife and my daughter were in United States. Моя жена и моя дочь были в Соединенных Штатах. I was in my church office. А я был в офисе церкви. And then friend of mine called me, Jimmy, where are you? И друг мне звонит и спрашивает, Джимми, ты где? There's a riot in the city. В городе рейды проходят. So many shopping malls were burned. Многие центры торговые сожгли. And I thought I didn't believe it. Я не поверил. But when I look at the doors and I get out from my office. Но затем я вышел из офиса. The whole city were burned. И я увидел, что город весь горит. Everybody's scared. Все боятся. Most people leave the country. Многие люди испугались и уехали And из страны. I was praying alone. Я молился один. I called my wife. Я позвонил жене. Should I go and just leave the country? И спросил, как ты думаешь, может, не стоит просто уехать? My wife said, no. И к удивлению моему, жена сказала, You are нет. The pastor. Ты же пастор. You're supposed to stay there. Предполагается, что ты должен здесь остаться. I mean, CNN, everybody within one minute, everybody all over the world know about Indonesia. И буквально за мгновение ока все узнали об Индонезии. And my wife said, you don't have to go to America, I will going back. И моя жена сказала, не нужно тебе ехать в Америку, я возвращаюсь в Индонезию. There's so many women being raped. Я сказала, дорогая, это очень опасно, очень многие женщины подвергаются насилию. There's a lot of Chinese women being raped. Очень много женщин, китаянок подвергались насилию. There's a lot of Chinese business owners that own a mall, shopping mall and building were burned. Очень многие владельцы, китайцы, владельцы различных торговых центров.
пострадали. My wife said, you have to stay there. Жена говорит, тебе нужно оставаться. So to make a story short, чтобы сделать историю I короче, was praying alone, я молился один, и Бог дал мне видение с моей страны. Full of poverty. Poverty. И просто страну, я увидел страну в нищете. And then my friend called me at 4 o'clock. И затем мой друг позвонил мне в 4. You need to be there with the 50 pastors. Сказал, тебе нужно прийти и взять с собой еще 50 пасторов. You need to be there with the 50 businessmen as well. И также 50 бизнесменов. So to make a story short, чтобы сделать историю короче, well, I'll let you know tomorrow morning at 8 o'clock. Он сказал, в 8 часов завтра утром. Because that day is going to be the next day is going to be the elections of our current presidents. И он сказал, что завтра я сообщу тебе, когда нужно прийти, потому что завтра состоятся выборы президента. And the Lord gave me a word to speak to my president. И Господь дал мне слово, которое должен был сказать нашему президенту. And then I gathered with 50 pastors and 50 businessmen. И я встретился с 50 пасторами, 50 The first time in the history of Christianity in the country of Indonesia. Это было первый раз в истории Индонезии. And then we went to his palace. И мы пошли во дворец президента. We want to pray for him. Мы хотели за него помолиться. He was sitting over there. Он сидел. And I'm leading with 150 businessmen, 50 pastors. И я иду, за мной идет еще 100 человек, 50 бизнесменов, 50 пасторов. And then I said to him, sir. И я говорю, сэр. We want to pray for you. Мы хотим за вас помолиться. But this is the word of the Lord to you, sir. Но вот слово Господне до вас, сэр. I was nervous. Я переживал. I'm reading the book of Isaiah 58. Я сказал, я читал Исаия 58 главу. The first time I read the Bible in the palace of president of Indonesia. Это было в первый раз. Впервые я читал Библию в компании президента в And then во дворце. I gave him a word. И я поделился с ним словом. The word is actually very strong. Это было сильное слово на самом деле. I said, sir. Я сказал, сэр. The Lord told me to tell you. Господь сказал мне, чтобы сказать вам. For you to step down. Чтобы вы оставили свое положение. That's what I was nervous. Поэтому я и нервничал так сильно. To step down. Чтобы вы оставили. I wrote it down clearly. И на самом деле я даже записал If это слово. If you don't step down. Я сказал, если вы не оставите God will do положение this to президента. Your family. 1, 2, 3. God will judge your family. Тогда Бог будет судить вашу семью. If you don't step down. Если вы не оставите положение президента. But if you step down. Но если вы это сделаете. God will protect your family. Тогда Бог защитит вашу семью. You will be not in trouble in the future. У вас не будет трудностей в будущем. I gave the word of the Lord and gave it to him. Я отдал ему записанное Божье слово. And then we pray. И затем мы помолились. I was nervous. Я очень нервничал. And then he looked at me. Затем он посмотрел на меня. And then he said, "Thank you." И сказал спасибо. And then he kissed me. И затем меня поцеловал. He kissed my cheek on my left cheek. Поцеловал меня в левую щеку. And then on the right cheek. Затем в правую щеку. It's a Muslim kiss. Это мусульманский поцелуй. I said, "Oh, I'll be finished after this." Я думал, ну все, конец мне пришел после этого. I was nervous. Я очень нервничал. Then I called my office. Затем позвонил в свой офис. Buy me ticket to Singapore right away. И говорю, надо срочно уезжать в Сингапур. I need to leave the country. Я думаю, надо уехать из страны. If something happened. Вдруг что-нибудь произойдет. It was 9 o'clock in the morning. Это было в 9 утра. 12 o'clock. В 12 часов дня. I got the call from the office of the president. Мне позвонили из офиса президента. Dr. Jimmy. Сказали, пастор Джимми. The president said, "Thank you very much." Президент вас очень благодарит. He will step down. Он действительно оставит положение президента, пост президента. I said, what will happen? Я спросила, что произошло? Tomorrow is an election day. Он сказал, мне сказали, завтра выборы. If you know the history a little bit and he stepped down. Если вы знаете историю немножко, президент оставил свой пост. And then the next president was Indonesian blind man. И затем уже был индонезиец президентом следующим. The Islamic leader. В принципе, исламский лидер. Who loved the people of Indonesia. Который очень любил Индонезию, народ Индонезии. He was blind physically. Физически он был слепым на один глаз. Almost both eyes. Почти на оба глаза он был слепым. He cannot even walk. Он даже сам ходить толком не мог. But he led the country. Но он смог вести страну. Into freedom of religion. И он привел страну к свободе религии. Listen. Послушайте. God can do. Бог может. What is your dream? Исполнить твою мечту. What is God's dream for you? В чем Божья мечта для тебя? God will use the church.
Бог будет использовать церковь. In this last day. В эти последние дни. God want to give His apocalypto to you. Бог желает дать тебе свою апокалипту. So this conference is a historical conference. Поэтому эта конференция это исторически важная конференция. When the new president is inaugurated in this nation, you are here. Здесь сейчас, когда избирается новый президент, вы здесь. I hope it's not just another conference. И я верю, что это не просто еще одна конференция. I hope it's not just church planting. Я надеюсь, что речь не идет только о открытии новых церквей. But my nation is my church. My church is my nation. Но мы будем верить в то, что моя страна это моя церковь, и моя церковь это моя страна. From Luz to Bethel. Мы из Луза сделаем Вифи. All Russia will be saved. И вся Россия будет спасена. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя. Father, I pray for every one of us. Отец, я молю тебя за каждого из нас. Give him his apocalypto, Lord. Прошу, Господь, дай свой апокалипто каждому из них. Give him your new dream. Дай свою новую мечту. Father, I pray for every pastor, every bishop, every leader. Господь, я прошу тебя за каждого епископа, пастора, лидера. Oh, let your dream come true in their life. Пусть исполнится твоя мечта в их жизни. Wherever you are. Где бы ты ни находился. Have you said, God, give me your fresh dream in my life. Молись и скажи, Господь, дай мне мою первую мечту. I want you to stand up wherever you are. I just want to pray for you. Если ты молишься о мечте от Господа, встань там, где ты есть. Stand up in your feet. Встань там, где ты есть. You said, God, give me your apocalypto. И скажи, Господи, дай мне свое апокалипто. God, give me your apocalypto. Господь, дай мне свое апокалипто. God, give me your apocalypto. Господь, дай мне свое апокалипто. For my ministry. Для моего служения. For my family. Для моей семьи. For my business. Для моего бизнеса. For my city. Для моего города. For my nation. Для моего народа. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Give us an open heavens. Дай нам открытые небеса. Open heavens. Открытые небеса. Открытые небеса. Открытые небеса. Открытые небеса. Над всей Россией. Над всеми церквями Божьими в России. Во имя Иисуса Христа. Твое апокалипто, Господь. Твои мечты, Иисус. Отец, во имя Иисуса. Мы благословляем Тебя, Иисус. Я молю Тебя, Отец, за каждого из нас. Молю о Твоем апокалипто, Господь. О Твоей мечте, Господь Иисус. Во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господь. Говорить по-другому. Думать по-другому. Ходить по-другому. Одеваться по-другому. Во имя Иисуса Христа. Господь, дай нам свою мечту. Мечта — это язык Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. И все скажут, скажите «Аминь». Give the Lord big applause. You may be seated. Воздайте всю славу Господу и можете присаживаться. The purpose of God never changes, although the instrument He used might change throughout the ages. The church is the last instrument He uses to accomplish His purpose on earth. Божья цель никогда не изменяется. Со временем Бог может менять средства ее достижения. Церковь — это последнее средство, которое Он использует для исполнения своих планов на земле. Послушайте, пожалуйста, то, что я буду говорить в следующие 10 минут. Это очень важно. Куда мы с вами направляемся? Бог хочет дать тебе новую парадигму. И я хочу вам показать картинку. Видите две картинки, новая парадигма. Что вы видите? Что ты видишь? On the left picture, what do you see? Что ты видишь на картинке справа? How many of you see a woman? They looked at the picture with the cat and the lion first. Oh, with the cat first? Okay. What do you see? The cat who sees himself or himself a lion. How many of you see the cat? Кто из вас видит на картинке кошку? How many of you see the lion? А кто видит льва? Which one are you? Ты кто, лев или кошка? Cat? Кошка? Cat or lion? Кошка или лев? Lion! Лев! Yes, every morning. Каждое утро.
You look to the mirror. Смотришь в зеркало. At least you look 10 times before you get out your house. Ты минимум 10 раз смотришь в зеркало до того, как выходишь из дома. When you look to the mirror, каждый раз, когда смотришь в зеркало, you are the lion. Ты должен видеть льва. I'm not a cat pastor. Я не просто котенок-пастор. I'm a lion of но Judah. Я лев из колена Иудина. You are the lion. Ты лев. Tell your friend, скажи своему соседу, you are not cat, you are lion. Ты не кошка, не киска, ты лев. You are lion. Ты лев. What do you see the second picture? Что ты видишь на второй картинке? What do you see? What does the second picture look like? На что похожа вторая картинка? How many of you see the beautiful woman? Кто из вас видит красивую женщину молодую? Only men can see it. Hallelujah. Ага, только мужчины увидели красивую молодую женщину. How many of you see the old lady? А кто увидел бабушку? How many of you confused because you are hungry? А кто запутался, потому что вообще уже голоден и есть хочет? Listen, friend. Послушайте, друзья. How do you present the church? Как вы представляете церковь? Old woman. Вы представляете церковь как пожилую женщину? Is this the church of Jesus Christ? Это действительно церковь Иисуса Христа? Old. Старая. Ugly. Некрасивая. Cannot walk straight. Прямо ходить не может. Are you present to the world? Как вы представляете этому миру? The Church of Jesus Christ. Церковь Иисуса Христа. Beautiful. Красивой. Walking on the street of Moscow. Которая красивая женщина, которая идет по улицам Москвы. Pretty woman. Очень красивая женщина. Walking on the street of St. Petersburg. Красотка, которая идет по улицам Санкт-Петербурга. How do you present the Church of Jesus Christ? Как вы представляете церковь Иисуса Христа? Is an old lady? Это пожилая женщина? Or a young beautiful lady? Или молодая и красивая девушка? Come on, talk to me now. Talk to me. My time's almost up. Поговорите со мной. У меня время почти закончилось. Huh? What did they say? Some say young, some say old. Кто-то говорит молодой, кто-то говорит пожилой. I need to work it out a little bit. Надо как-то с этим что-то делать. I say with respect. I say with respect. Говорю это с уважением. But the Church of Jesus Christ. Но церковь Иисуса Христа. The Bible said the bride of Christ without spot and wrinkle. Написано в Библии о том, что на невесте Иисуса Христа нет ни одной какой-то складочки, нет ни одного пятна или порока. The Church of Jesus Christ will be so beautiful. Невеста Иисуса Христа будет прекрасна. So when she walk on the street of Moscow. И когда мы увидим ее идущей по улицам в Москве. Everybody will stop. Все будут, видя ее, останавливаться. And then they will look. И смотреть. Вот так вот. Посвистели, еще посвистят. Because she is so beautiful. Потому что увидят очень красивую. She is so pretty. Она такая красивая. She walked differently. Она ходит по-другому. She smiled differently. Она улыбается по-другому. It's not just like other woman. Она не такая, как все остальные женщины. It's not even walking like a Miss Russia. Она даже не так идет, как Мисс Россия. But she walked differently. Она идет по-другому. She looked differently. Она выглядит по-другому. The Church of Jesus Christ. Церковь Иисуса Христа. Everybody will stop. И все, видя ее, будут останавливаться. Everybody will ask. И все будут спрашивать. Who is she? Кто это? Listen. Послушайте. The church in the old landscape. The next slide. И следующий слайд. We always separate the church and the world. Раньше в прежнем понимании мы всегда отделяли церковь от этого мира. But God wants to move the church in the new landscape. Next slide. Но Бог желает перевести церковь и дать ей новое понимание, перевести ее на новый the church уровень. Must get out from Sunday service. Церковь должна выйти за рамки воскресного служения. Engage Monday, Tuesday, Thursday, all the way until Saturday. И каждый день, понедельник, вторник, среда и по субботу. The church, God wants to move the church into the new landscape. Бог желает постоянно давать церкви новое понимание, переводить ее на новый уровень. The purpose of Dream Church does not limit its ministry within the four walls of the church, because their purpose is to establish and expand
the kingdom of God on earth. И цель церкви, мечты, ее служение не ограничивается стенами здания, потому что цель Божьей церкви достигать и утверждать the царство Божье на земле. The purpose of the church is bringing the kingdom of God on earth. Цель и задача церкви утверждать Божье царство на земле. The church needs to change from building wall to building bridge. И церковь должна перестать строить стены, начать строить мосты. The church needs to change from measuring attendance to measuring impact. Должна перестать считать количество прихожан, начать смотреть на оказываемое влияние. Ephesians chapter 1:22, God restored everything under the feet of Christ, bringing the church from the old to the new landscape. Ефесянам 1 глава 22 стих, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви. Through the church, God wants to rearrange the world and all things in it. Бог желает просто примирить весь мир, все, что есть в этом мире, с собой во Христе. From you, the church, kingdom of God, marketplace, and the city and nation. И от тебя умножается царство Бога, желая перенести свой порядок. So the kingdom of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа. I want you to see the next slide so that you can follow me real quick. Я хочу, чтобы вы могли следить за мной. Следующий слайд, пожалуйста. So it's from you and then the church, kingdom of God, marketplace, and city and nation. Сначала ты, потом церковь, потом то место, где ты работаешь, потом твой город и твоя страна. Next slide, my church is my city is my church. И следующий слайд, моя церковь — это мой город — это моя церковь. So the God wants you to become a good steward in whatever God's going to give to you. И поэтому Бог желает, чтобы ты стал хорошим распорядителем или управителем того, что Он тебе доверяет. So the church will bring the kingdom of God in our society as well as nation. Чтобы Бог мог принести и утвердить свое царство в нашем обществе, в наших странах. You are in the marketplace, but you are the church. Ты находишься в этом мире, но ты являешься церковью, остаешься церковью. That's why you are very important. Именно поэтому ты очень важен. God wants to bring the great master plan. И Бог хочет осуществить свой основной план. Relationship between the church and the world and God himself. То есть церковь, Бог и сам мир, вы видите на схеме. Everything must be under the feet of Jesus Christ. И все должно быть покорено Иисусу Христу, быть под Его ногами. And then verse 19. И затем 19 стих. Matthew 16. 16 глава Матфея. Jesus said himself. Сам Иисус говорит. Listen to me. Послушайте очень внимательно. Verse 18, chapter 16, Matthew chapter 16, verse 18. Матфея 16, 18. He said, "I will build my church." Он сказал, я создам церковь мою. The gate of hell shall not prevail against it. И врата ада не одолеют ее. The church is not organization. Церковь — это не просто организация. The church has nothing to do with the level of what church you coming from. И на самом деле не так важно, из какой церкви ты пришел. The church of Jesus Christ is you and me. Церковь Иисуса Христа — это ты и я. He is building your life and my life. Он созидает твою и мою жизнь. So that the gate of hell shall not prevail. Чтобы врата ада не могли устоять против нашей церкви. And then verse 19. И затем 19 стих. He said, "I will give you the keys." Он говорит, я дам тебе ключи. Of the kingdom of heaven. От царства небесного. Verse 18. 18 стих. He built the church. Он сказал, я создам церковь свою. And then verse 19. И затем в 19 стихе. He give you the keys. Он дает тебе ключи от царства. So whatever you bind on earth. Что ты свяжешь здесь на земле? Shall be bound on earth. Будет связано на небе. Whatever you lose on earth, и все, что ты отпустишь на земле, will be lose in heaven. Next slide. Будет освобождено so God и на небе. Следующий слайд. Бог желает дать тебе ключи на этой конференции. Дать тебе откровение. The rhema of the Lord, the word. Дать тебе рема Божьего слова. Дать его апокалипта. That's why God wants to use the church in this last day. Именно поэтому Бог желает использовать церковь в эти последние дни. To influence the world. Для того, чтобы оказать влияние на этот мир. Listen, in the next 5 minutes, I will close. Вы знаете, я закончу буквально через 5 минут. The church is nothing to do, or let me repeat, the church is not just about Sunday service. И еще раз хочу повториться, церковь не заключается только на воскресных служениях. God wants the church to engage. Бог желает, чтобы церковь принимала участие. In 7 mountains. Принимала участие в 7 различных сферах. Slide number 1 is art and entertainment. Первое — искусство и культура. Пожалуйста, переключите слайд на искусство и культуру. So the church is really influencing in the world of
art and entertainment. И церковь действительно влияет на сферу искусства и культуры. In our church, в нашей церкви, we do so much of a worship album. Мы записали огромное количество альбомов поклонения, музыки As well as the song that can compete with other people in the world. А также другие песни, которые могут еще посоревноваться с другими песнями этого мира. The song who gave hope and future. Это песни, которые дают надежду, дают будущее. So we do records and concert as well. Мы проводим концерты, записываем альбомы. У нас очень много музыкантов. The best orchestra conductors are my church leaders. И самые лучшие дирижеры — это люди из моей We церкви. We equip them. Мы их снаряжаем. So that they can be leaders in the art and entertainment business. Чтобы они могли быть лидерами в сфере культуры, в сфере развлечения. Number two, the church involved in business. Вторая сфера — бизнес. Церковь принимает в этом участие. One day I got the call. Однажды мне позвонили. We just finished our church building. Мы только-только достроили свое здание церковное. It's very nice dome. Это очень красивое здание с таким And then, куполом красивым. After we complete the dome, и после того, как мы достроили купол, it's in a suburb of Jakarta. Находится это наше здание прямо в центре Джакарты. Everybody loves our building. Всем нравится наше здание. He said, Pastor Jimmy. Сказали пастор Джимми. I love your building. Нам нравится ваше здание. But it's too far. Оно не было в центре, оно было где-то далеко. I wish you can have a dome like in downtown of Jakarta. Сказали, оно слишком далеко. Хорошо было бы такой купол построить в центре Джакарты. Oh, it's a good building, but. Сказали, хорошее здание, но It's very far. Слишком далеко. And then we dedicate our building. И тогда мы когда посвятили свое здание, a week later, через неделю после открытия, мне позвонили. From one of the richest businessmen in the property of in Indonesia. Позвонил один из самых богатых бизнесменов, который занимается недвижимостью в Индонезии. He said, "Sir, can I see you?" И сказал, можно, сэр, я с вами встречусь. And then to make a story short, we met. И чтобы сделать историю короче, мы встретились. He has a huge building in downtown of Jakarta. У него было огромное здание прямо в центре Джакарты. Very huge, probably can seat 2,500. Огромное здание на 2,500 человек. It's built by the president of Indonesia, the first president of Indonesia. So it's a heritage building. Здание, которое было построено первым президентом Индонезии, поэтому оно являлось частью наследия страны. Exactly, almost the same like our first building. Оно выглядело так, как наше первое здание. Except this is owned by the government. Of Indonesia. Одно различие, оно принадлежало правительству Индонезии. And then we talk. Мы с ним разговаривали, общались. And then, Jimmy, do you want this building? И этот человек меня спрашивает, Джимми, хотите это здание? And then he asked my money. И он спросил. Why don't you pay this much? И сказал, почему бы вам вот столько денег не заплатить? I just finished my church building last year. Even months ago. Я только-только закончил свое собственное здание месяц буквально назад. So I looked to him. Я посмотрел на него. And then I remember. И затем вспомнил. People always say to me. Люди всегда мне говорят. Jimmy. Your building was so nice. В здании у вас такое красивое. But it's too far. Но слишком далеко. So every time he said that. И каждый раз, когда мне это говорили. It will come to pass. Я говорил, исполнится все равно. I believe your word. Я верю, что будет здание. So when I looked at building, я посмотрел на это здание in downtown of Jakarta, в центре Джакарты. Probably triple than this size. Наверное, в три раза больше, чем вот этот зал. It's right in the center of shopping mall. Прямо в самом центре торгового центра. Prime. Very prime location. То есть очень хорошее, выгодное положение. The most expensive land in the whole country of Indonesia is right there. Самая дорогая земля в Индонезии, во всей стране. If you have money, I don't think you can build a church right there. На самом деле, я даже если были деньги, не думаю, что можно было. It doesn't matter your connection, you almost impossible to have a church right there. Построить церковь именно на этом участке, именно там, даже если у тебя есть связи, если есть деньги, это невозможно. So when I looked at building, поэтому когда я посмотрел на это здание, and then I play my soundtrack. И у меня в голове заиграла моя пластинка. I have a dream. У меня есть мечта. I talked to my friend. Я поговорил с моим другом. Then it will be given to us. И сказал, знаешь, нам его отдадут, I said это здание. To him, sir. Sir? I said, sir. Я сказал, сэр. I don't have that much money. У меня нет столько денег. He asked about this much. Вот он просил примерно столько. I offer him this much. А я ему предложил вот столько. How about this much, sir? Я говорю, как вот насчет вот такой суммы? He laughed. Он засмеялся. He is the noble
property in Indonesia, the king of property in Indonesia. Он, можно сказать, является королем всей недвижимости в Индонезии. It's not Christian. Он не верующий, не христианин. He laughed and I laughed. Он засмеялся, я засмеялся. I went back to my church office. Я вернулся в свой офис церкви. Gather my architect. Поговорил со своим архитектором. I want you to start thinking and give me the pictures of their dome become the same dome that we have in the Lippo Karawaci. И я сказал, давай посмотри, пожалуйста, на вот это здание в центре Джакарты и нарисуй, что мы можем. Можем ли мы сделать такой же купол там, как so и у нас? So I remember during the Easter service I showed the pictures. И я помню, как на пасхальном служении мы делились, показывали различные фотографии. I said to my people, God give us a second dome, second building. И я сказал своим людям, Бог нам дал еще одно здание, еще одну, один купол. Все захлопали. And I said, the Lord already provided the money. И я сказал, Господь уже дал нам деньги. Oh, everybody clapped their hands. Все снова похлопали. But the money is still in your pocket. И я говорю, но эти деньги еще в ваших карманах. So everybody prayed. И все стали молиться. So we prayed. Мы молились. Within a month. И в течение месяца. It was 40 days after the Easter. Это 40 дней с момента Пасхи. Our church usually have a prayer and fasting. Мы всегда в церкви постимся и молимся. At the end of 40 days. И затем через 40 дней. Nothing happened. Ничего не произошло. My prayer warrior said, Pastor Jimmy. И мои молитвенники сказали, пастор Джимми. You wait 10 more days. Давайте еще 10 дней. The day of Pentecost. Давайте до дня Пятидесятницы. Holy Spirit came. Дух Святой сошел. You will have that building. И когда Дух Святой сошел, сказал, будет это здание ваше. So we extended the fasting 10 more days. И мы продлили наш пост на 10 дней. At the end of 50 days. И в конце 50 дней. The day of Pentecost. В день Пятидесятницы. After 5:00 p.m. Через после 5 вечера. I was waiting for miracle. Я ждал чуда. Nothing happened. Ничего не произошло. I said to my prayer, "What happened, guys?" Я спрашиваю у нас молитвенников своих, что случилось, ребята? I was so down. Я так был расстроен, разочарован. I took the picture back to my house. Я забрал фотографии этого здания себе в дом. Just me and my daughter prayer. Вместе с дочерью мы помолились только вдвоем. 1 month. И через месяц. Nothing happened. Ничего не произошло. Second month. Второй месяц проходит. Nothing happened. Ничего не произошло. I said, "Oh God." Я стал говорить, Господи. What must I say to my people? Ну что, я должен сказать своим людям теперь? Может, себя отдать? Может, повеситься? Next Sunday, следующее воскресенье, the month of July, это был июль, we celebrate our church anniversary, и мы праздновали день рождения церкви the end of the month of July. В конце июля. And then I got call. И мне позвонили. Jimmy, говорят, Джимми, can I see you? Можно с вами встретиться? Who is this? Я спрашиваю, это кто? He said, I'm so-so. И мне говорят, такой-то, такой-то. The richest one of the... He is the king of property in Indonesia. Король всей недвижимости в Индонезии. Can I see you? Можно встретиться с тобой? I have a dream. У меня есть мечта. A song to sing. И песня есть, чтобы петь. Sir? Сэр? I'm so busy. Вы знаете, я так занят. I'm a pastor. Я же пастор. He is a businessman. А он бизнесмен. I said, I'm busy. Я говорю, я занят. But if you want to see me, но если хотите встретиться, come to my church office. Приходите в офис церкви. He is the rich man in the country. He come to my office. Самый богатый человек в стране пришел ко мне в офис. Boom, 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 boom. I said to my people. Я людям говорю. When he come, когда он придет. I want the whole staff to pray. Я хочу, чтобы все сотрудники молились. It's not a little prayer. Не просто какой-то маленькой молитвой. But the best prayer that you can offer to God. Ну, лучшие молитвы, которые ты можешь предложить Богу. So he came to my office. Он пришел ко мне в офис. Yes, sir. Да, сэр. Thank you for coming, sir. Спасибо, что пришли. He said, Jimmy. Он говорит, Джимми. Sorry, I forgot you. Простите, я забыл про вас. But do you still interested to have this building? Ну, вам еще интересно заполучить это здание? I look at him. Я на него посмотрел. I said, thank you, sir. Я говорю, спасибо, сэр. It's all depend. Но все зависит от. Because he is businessman. Но он же бизнесмен. Most businessmen love money. И многие бизнесмены любят деньги. Money is money. Деньги это деньги. So I want to make sure. Поэтому я хотел удостовериться. I said, sir. Я говорю, сэр. How much? Сколько? And then he looked at me. Он на меня посмотрел. And this is what he said. И вот что сказал.
Because when I offer him, потому что когда я предложил ему, Sunday I only use for church service. Я сказал, в воскресенье я использую только, только для служений. The rest of the day, people public can use and rent that space. Остальное время может это здание быть использовано обществом. You have to pay between 10,000 to 15,000 to use that building just one day. На самом деле, чтобы использовать это здание даже в течение одного дня, нужно заплатить 10 тысяч, 15 тысяч долларов. That's 15,000 US dollars for 8 hours, if not even one day, for 8 hours. Даже не просто за один день, за 8 часов использования 10-15 тысяч долларов американских. But on Sunday I want to use it for the church service. И я сказал, я в воскресенье хочу это здание использовать только для служения. And then he looked at me. Он на меня посмотрел. Jimmy. И сказал, Джимми. I like your vision. Мне нравится ваше видение. I believe your vision. Я верю в ваше видение. My people actually want to use that place for clubbing. И говорят, что наши люди хотят это под клуб использовать помещение. I mean, if you use for club or disco, you can make $1 billion very easy. На самом деле, если используешь помещение под клуб или дискотеку, можно большие деньги заработать просто. He is unbeliever. Он неверующий человек. He said, I believe your vision. И сказал, я все равно верю в ваше видение. I want to give this building to you. И хочу вам это здание отдать. I said, how much, sir? Я спрашиваю, сколько стоит? And this is what he said. А он мне говорит. Free. Бесплатно. It's free. Бесплатно. When is it free? Как это бесплатно? I just paused. Я только что, я чуть сознание не потерял. He is a businessman. Он же бизнесмен. Sometimes businessmen don't talk straight. Иногда бизнесмены не всегда говорят прямо. Excuse me, businessmen, sorry. Извините, бизнесмены. It's free. Итак, бесплатно. For how long? А на сколько? I don't want just 1 month free. Я не хочу просто один месяц бесплатно. I don't want 3 months free bonus. Мне не нужно 3 месяца бонусом бесплатно. And then he's still asking money. И потом он начнет с меня деньги просить. And this is what he said. И он мне сказал. Free for 50 years. Он сказал на 50 лет. That's the building. Oh, he ran out so quickly. That's picture number two. Вторая картинка, где написано бизнес. That's picture number two. Вернитесь, это вторая картинка была. Вернитесь на предыдущую. That's the building. Вот это здание. If you come to Jakarta, если вы приедете в Джакарту, you don't know me, если вы меня не знаете, just tell taxi driver, просто скажите, I want to go to the place where the Indonesian idol takes place. They will take you there. Indonesian idol is a musical. Просто скажите таксисту, подвезите меня, пожалуйста, там, где проходит мюзикл «Индонезийский идол». It's a beautiful dome. Это очень красивый, красивый купол. There's three statues of our president. Три статуи президентов стоят там. Наши. I can tell you more. Даже больше могу рассказать. God should get in business. Бог может делать все, что угодно. Бог хочет, чтобы церковь действовала next slide, в бизнесе. Next slide, I'm done. Next slide. Следующий, да, слайд. Next slide. Следующий. So, this is the project that we're working on it. Вот сейчас это тот проект, над которым мы работаем. I got call again. Мне снова позвонили. This time from the governors of Indonesia, one of the governors in province of Indonesia. В этот раз позвонили от одного из губернаторов. You can click the next slide. Можно следующий слайд включить. This is going to be the hotel. Это будет гостиница. Supermarket, mall, shopping center. Мол, такой торговый большой центр. As well as convention for 5,000 people. И место встречи как центр культурный на 5,000 человек. This is belong to Indonesian's government. И это здание принадлежит, опять же, правительству Индонезии. When the church has a dream. Когда у церкви есть мечта. The king will call you. Тогда сам царь тебя может позвать. You will stand before the kings. Ты будешь стоять перед царями. Whatever if you do excel. И все, в чем you ты будешь делать, ты преуспеешь do, во всем, что ты делаешь. The governor called me. Мне позвонил губернатор. This is one of the Islamic province. Это одна из исламских провинций. Jimmy, I heard that you built a dome in Jakarta. И он сказал, Джимми, я слышу, что вы построили вот этот купол в Джакарте. Can you do something for this land? Можете что-то вот с этой землей сделать? So right now we are building. Поэтому сейчас мы строим. By the end of this year, к концу этого года, when you come to Indonesia, когда вы приедете в Индонезию,
You will stay in this hotel. Вы сможете остановиться в этой гостинице. 40 minutes from Singapore. 40 минут от Сингапура. For you, I will give you free, and Brother Howe will pay the check. И вы сможете остановиться бесплатно, а брат Ви заплатит за вас. Hallelujah. Everybody can stay in our hotel. Все могут остановиться в нашей гостинице. Listen, I can tell you on and on. Я могу вам рассказывать еще дальше и больше. But my time is up. Но время мое закончилось. When the church engage. Но когда церковь принимает участие. You know, God call me. Тогда, знаете. You must bring the church in the new landscape. Тогда возможно все. Бог мне сказал, тебе необходимо вывести церковь на новый уровень. Engage in business. Начать принимать участие в сфере бизнеса. Education. Образование. Art. Искусство. Politics. Политика. Religion. Религия. I work with so many Islamic leaders in my country now. Я в настоящее время работаю с очень многими мусульманскими лидерами в моей стране. When you click YouTube. Если вы зайдете на YouTube. Click my name. Наберите мое имя. Then you can see so many video there. И вы увидите различные видеозаписи. And one of them is singing. I sing duet with the Islamic leaders of our nation. И на одном из видео я пою дуэтом с одним из исламских лидеров в нашей стране. We become a good friend. Мы стали хорошими друзьями. He has almost 500,000 followers under him. 500,000 followers. У него 500 тысяч последователей. He always texts me. Он всегда мне пишет сообщение. Pastor Jimmy. Говорит пастор Джимми. Give me the scripture. Напишите какое-то место Писания. For today. На сегодня напишите место Писания. So I give him the word of God. И я ему посылаю слово Божье. Can I pray for you? И говорю, я молюсь за тебя. And then I visit him. И я прихожу к нему в гости. And then one day. И однажды. He called me. Однажды он мне позвонил. I want to come to your church. Сказал, я хочу прийти в твою церковь. I said, are you sure? Я спросил, ты уверен? Why? Почему? I want to celebrate Christmas with you. Он говорит, хочу Рождество с вами отпраздновать. Can I come? Можно приду? Sure. Да, конечно. So he came to my church. Он пришел в мою церковь. A week before he came. За неделю до его прихода. He called me. Он мне позвонил. Can I sing? И сказал, а можно я спою? He sing? Спою? What are you going to sing? А что ты петь будешь? I want to sing Silent Night. Я хочу спеть Тихая ночь. In Arabic. На арабском. Sure. Да, конечно, спой. And then he came. Затем он пришел в церковь. And then he sing. И спел. Silent Night. Тихая ночь. In the Arabic. На арабском. It was televised. Это было показано по телевидению по всей стране. And then last Christmas he came again to my church. Прошлое Рождество он снова пришел ко мне в церковь. You see, he became a Christmas Christian. Знаете, стал таким рождественским христианином. Show up on the Christmas. Потому что приходит только на Рождество. He said, can I sing again? И спрашивает, можно я снова спою? What are you going to sing? Что петь будешь? This time he sing. В этот раз. Jesus is my friend. Он пел о том, что Иисус мой друг. What a friend we have in Jesus. This guy sing that song. Вот эту песню о том, что такой друг у меня есть, это Иисус Христос. Он пел эту песню. I make an album with him. Знаете, я записал с ним целый альбом. Pastor. Пастор. Duet with. В дуэте с. Шейх. Шейхом. Устат. Устатом. Muslim leaders. Мусульманским лидером. He became friend. Он стал моим другом. Last month. Прошлом месяце. He sent me a gift on my birthday. Он прислал мне подарок на день рождения. Very big painting. Такую большую картину. He said, sir. Сказал, сэр. You are my best friend. Ты мой лучший друг. This is the gift. Это вот подарок для тебя. From our school. От нашей школы. One day one of our teachers saw a vision and he painted that vision. Один из преподавателей увидел видение и нарисовал его. So when I opened the gift, поэтому, когда я открыл подарок, I was shocked. Я был шокирован. It was the pictures of Jesus in Javanese, from my hometown. Это in Javanese, like in the clothes? No, in Java, in my, just like my hometown. Это был Иисус в Яве. It's Indonesian Jesus pictures. Картина такая, Иисус, индонезийский Иисус. It's right there. И он был вот на этой картине изображен. Painted by one of the Muslim leaders. И эта картина была нарисована одним из мусульманских лидеров. Hallelujah. Hallelujah. Listen. Послушайте.
Moscow. Москва. St. Petersburg. Санкт-Петербург. The whole Russia. Вся Россия. Will become better. Будет лучше. Let me say it again. Хочу еще раз сказать. Moscow. Москва. St. Petersburg. Санкт-Петербург. All Russia. Вся Россия. Will become better. Станет лучше. Аминь.